Доброго времени суток, уважаемые кулинары! Сегодня я буду готовить наивкуснейший десерт – колечки с творожным кремом. А вас приглашаю пройти со мной на кухню, чтобы приготовить его вместе. Итак, нам потребуется вода, мука, молоко, сливочное масло, яйца, сахар, соль, сливки и брикетный творог. Нальем в ковш молоко. Следом добавим воду. После этого идет сливочное масло. Потом сахар и соль. Все хорошенько перемешиваем. Включаем большой огонь и, помешивая, доводим нашу смесь до кипения. Но не кипятим. Нужно, чтобы растворились все ингредиенты. Убираем огонь до единички и просеиваем муку. Деревянной лопаткой очень быстро замешиваем тесто и мешаем его до тех пор, пока оно не станет отставать от посуды. Тесто остужаем и вводим яйца по одному. И наблюдаем за плотностью теста. Оно должно быть очень густое. Я работаю насадкой весло. Обратите свое внимание на тесто. Оно должно медленно сползать с лопатки. Для отсадки колечек берем кондитерский мешок и насадку. У меня 1Б. Перекладываем в мешок тесто. Следующий шаг – это подготовка пергамента. На нем мы рисуем одинаковые круги. У меня диаметр 7. Теперь приступаем к отсадке пирожных. На очерченные круги выдавливаем тесто. Теперь убираем противень с колечками в разогретую духовку до 200 градусов, режим вверх-вниз на 20-25 минут. Затем убавляем огонь до 160 и выпекаем еще 25 минут. Достаем из духовки колечки, остужаем и разрезаем ножом пополам.
Теперь приступаем к приготовлению крема. Для этого смешиваем сахарную пудру, творог и сливки. Все ингредиенты тщательно взбиваем до мягких пиков. Перекладываем готовый крем в кондитерский мешок. И отсаживаем крем на одну внутреннюю часть колечка. Чтобы вкус был ярче и интересней, я добавляю в начинку свежие ягоды. В данный момент у меня черника. Но если ягод у вас нет, то можно оставить и так. Будет тоже очень вкусно. Затем накрываем каждое колечко своей крышечкой и присыпаем сахарной пудрой. В таком завершенном виде можно смело подавать к чаепитию. Приятного вам аппетита! Дорогие кулинары, спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рада ответить. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале «Разбуди аппетит». Пока!